прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Что сделано, то сделано. О прошлом нужно просто забыть ради будущего. За 10 дней до взрыва.
Я Гена Штерн. Я уже 30 лет как повар. Я всегда любил готовить. Как волшебник готовит свои зелья. Как художник рисует свои шедевры. В мире много поваров, и каждый из них готовит по-своему. Так же и я готовлю по-своему. Тарелка – это холст, на котором я украшаю или рисую свои блюда. Я знаю вкус каждого блюда на кончике языка. Я много чего знаю в ресторанном бизнесе. Вот поэтому, наверное, у меня есть свой ресторан. Я знаю каждую мелочь в ресторане. Я провожу все свое свободное время на работе. Но все же жизнь вне ресторана дает о себе знать. Гена! Ген! Ген! Да, да, что? Тебя там мужчина какой-то спрашивает. А что ему нужно? Не знаю, он не представился, он сказал, что какой-то важный разговор. Ладно, я сейчас закончу, я подойду, сейчас выясню. Спасибо, Ксюша. Давай. Я могу вам чем-то помочь? Да. Вас не устраивает что-либо из того, что вы заказали? Я не заказал еще самого главного. У нас к вам есть дело. У кого у вас? Меня просили пообщаться с вами очень достойные люди. Им нужна одна небольшая услуга. Ну и какого рода услуга? Щекотливого рода. Ха, интимного. А если я не соглашусь? Это в ваших же интересах. Сомневаюсь. Любите мирную работу? Раньше вы более агрессивны были. 1987 год. Кандагар. Ну хорошо. Давайте ближе к теме. Я уже сказал, нам нужна одна услуга. Так я передам, что вы согласны? Я еще ни на что не соглашался. Операция «Шквал». У нас есть все документы и видеозаписи. Мы просто выполняли свой долг. Вы убивали беззащитное население, в том числе женщин и детей. Мы обнародуем документы, и вы ничего никому не докажете. Ну, допустим. И что за услуга? Скоро все узнаете. Мой человек свяжется с вами. Будьте здоровы. И вам не хворать. Не надо лишних движений. Будешь сидеть смирно, ничего плохого не произойдет. Руки на руль. Ну, здравствуй, Геннадий. Вова, убери пушку. Человек знает, с кем он говорит. Судя по вашему внешнему виду, вы не за кошельком пришли. Верно.
Тебе большой привет от старика. Я уже понял, о ком идет речь. Ну вот и прекрасно. Так что ты должен передавать нам информацию о клиентах, которые мы попросим. Аудио, видео и все, что нам будет необходимо. То есть вы хотите, чтобы я стучал? Хотим. Если ты не будешь стучать, мы будем стучать на тебя. Все верно. А если ответ нет? Ну что ж, тогда будет жаль твою сестру. Она же у тебя единственная семья. Мне нужно время подумать. Хорошо. Завтра в это же время я тебе позвоню. Думаю, что тебе не надо объяснять, что тебе лучше не играть героя. Вова, выходим. Ашраф, это я. Нужно встретиться. Я пришлю тебе адрес. Есть разговор. Ну давай, пока. Спасибо. Бу акта масала бу дүшөтө ахмак башы пайдаштыги һәм караш алгандар кылып. Хорошо. Надо с этим покончить. Хорошо. Да, я с этим разберусь. Описара тоо мот. Налтми. Что? Что там? Пап, ты просил, чтобы я срочно заехал. Да, мне звонит со школы. А почему мы дома не можем поговорить? Потому что дома мама, ей не надо об этом знать. Послушай, я не хочу тебя снова наказывать. Ты уже взрослый, почти мужчина. А почему почти? Мальчик становится мужчиной не тогда, когда происходит то, о чем ты думаешь, а когда научится нести ответственность за свои слова и поступки. Только? А тебе кажется, что это так легко? Ты вот хочешь дома поговорить, чтобы мама вступила за тебя, чтобы я тебя сильно не наказал. Тебе так легче. А ей? А чего она все время нервничает? Потому что она твоя мама. Ты ей постоянно даешь повод нервничать. Вот когда ты об этом хотя бы думать начнешь, ты понимаешь, о чем я? Ну да, пап, так случайно вышло. Случайно вышло? Она бы так не вышла, если перед тем, что ты делал, ты бы подумал.
Ты знаешь, что я непоседливый человек в городе. Ну да. Если бы мои поступки были бы случайными, ты думаешь, я бы долго продержался бы? Ты должен продумать 10 ходов вперед. Ты вот в шахматы играешь в школе, правильно? Ну так, не очень хорошо. Почему? Учись. Шахматы, как жизнь. Кто ходы продумал, тот выиграл. Если школу потеряешь, как первую пешку, тогда все потеряешь. И дальше. Ты вот это понимаешь? Да, пап. Если бы ты подумал заранее, то и не было бы ничего. Ни проблем, ни звонка, ни нервов. В школе ситуацию исправь. Я тоже подъеду, раз вызвали. Поговорю с ними. И дальше начинай сам думать. Я понял. Надеюсь, я тебя больше не подведу. А ты не надейся. Поступай как надо. Теперь можешь идти. Которые ты меня зовешь грязи, не меньше. Ты насчет боев без правил? Там нет у нас грязи. Там все честно. И ребята знают, на что идут. Кстати, о грязи. Че так раньше срока, Ген? Мог бы человека отправить. У тебя что-то случилось? Возникли кое-какие проблемы. Они к тебе тоже подходили. Чужой в казань лезут. А это грех по-нашему. Давай я потяну время. Можешь с ними разобраться?
Все, разберемся. Когда бросишь курить? Когда у нас поспокойнее будет, тогда и брошу. Кстати, у тебя машина бронирована, да, по-моему? Да. Ну, я так спросил, на всякий случай. Но все равно будь осторожен. А тем всякому можно ждать. Конечно, это не мое дело, но зачем ты возишься с этим русским? Он не русский. Но он русский в смысле. Но он мне как брат. У нас общее прошлое, понимаешь? Серьезно? Ты его еще оттуда знаешь? История-то длинная. Его если без подробностей, его семья жила у нас во время эвакуации. Помогали друг другу. И после войны дружили. Развела нас, как водой облила. Но ты же знаешь, у нас своих не бросает. А он мне свой. Ну, тогда понятно. Девочка решила расслабиться. Ну да. Я принес тебе вина. Спасибо, Александр. Ты выглядишь грустно. Может, ты устал? И то, и другое, Ген. Тебя что-то беспокоит? Ген, почему мы скрываем наши отношения? Нет, я все понимаю. Я не тороплю тебя. Но и ты меня пойми. У тебя есть какие-то интересы, дела помимо меня. А я просто все время жду. Это тяжело очень так постоянно ждать. Я даже планов никаких нормально не могу сделать, понимаешь? Я все понимаю, малыш. Спасибо тебе, что ты никогда не задавала лишних вопросов. Спасибо тебе за терпение. Потерпи еще немножко. Будет все так, как ты захочешь. Вот увидишь. Так, как я захочу? Так, как ты захочешь. Ну, хорошо, милый. Я приготовил ужин. Пора ужинать.
Послушай, Алин, нам нужно поговорить. Мне нужно, чтобы ты уехала из города на пару недель. Я не понимаю, почему я должна уезжать. У меня у подруги свадьба, и она без меня не справится. Она и без тебя выйдет замуж. Ты мне можешь объяснить, что случилось? Ничего не случилось, поверь, так будет лучше. Ты что, завел кого-то и хочешь привести в наш дом? Зря ухмыляешься, глупенькая, мне хватает и твоих капризов. Тогда я не понимаю, что происходит. У меня проблемы на работе, и это может коснуться и тебя. Ну тогда я точно тебя не оставлю. Да пойми, Алина, мне гораздо легче будет справиться с проблемой, зная, что ты в безопасности. Да ты можешь в конце концов мне объяснить, что случилось? Сегодня же куплю тебе билеты в Майами, слетаешь к тетке на пару недель, я с ней договорюсь. Подожди, Гена, я так не могу сразу. Мне нужно элементарно собрать вещи, докупить кое-что. У тебя на все про все один день. Завтра отвезу тебя в аэропорт. Ген, погоди, а как же свадьба? Алина, ну придумай что-нибудь. Будешь уходить с работы, позвони мне. Не нравится мне все это. Да, я на месте. Да. Здорово, Борис. Сколько лет, сколько зим. Чем обязан? Зачем так резко? Как дела у меня спросить не хочешь? Ну, не хочешь, так не хочешь. Ты вчера к уважаемому человеку подходил. Так, его нужно оставить в покое. Не надо тебе это, Борис. Займись чем-нибудь другим. Что нужно? Так это вам не говорить мне, что делать. У вас есть деньги, чтобы так себя вести? Зря ты себя так ведешь, Борис. Ой, зря. Это неуважительно и неправильно. Сам знаешь.
Ашраф, это я. Ну, по-хорошему не получилось. Я скину тебе его адрес. Давай. Ну и как все прошло? Все хорошо, босс. Ну и слава богу. Люди готовы заплатить большие деньги, чтобы сохранить свои грехи в тайне. Это Америка. Тут за все надо платить. Это совсем ничтожная цена, чтобы не потерять все. Кстати, как там наши девочки? Ждут своей доли. Передай девочкам, что они хорошо поработали. Пусть сейчас где-то на месяц отдохнут, где-то на солнышке. А потом мы им найдем или подыщем другого клиента. Присядь, есть разговор. Помнишь Гену, хозяина ресторана? Кулинар? Похоже, он не принял нашего предложения. На телефонные звонки не отвечает. Видимо, он тянет время. Ну тогда придется переговорить с его сестрой. Только не переусердствуй. Понял, босс. Мы не знаем, что у него на уме. Кстати, как ты его назвал? Кулинар. Надо ему показать, что с нами лучше не играть в прятки. Сделаем, босс. Вот и отлично. Только без глупостей. Привет. Ну, я уже закончила, я еду домой. Девушка, извините, пожалуйста, но вопрос, мы не местные, заблудились. Thank you.
Я бы хотел сказать, что все будет хорошо и все пройдет. Но, к сожалению, не могу. Потому что знаю, что это не так. Прошлое заставляет меня обратиться к людям, о которых я хотел бы забыть навсегда. Прошлое возвращается. Нагло врывается в мою жизнь и калечит жизнь самого дорогого мне человека. Добиться справедливости там, где другие методы не действуют. Возможно, кто-то скажет, что так нельзя, и месть – это не выход. Но этот кто-то не знает, как поступил бы сам. Никто не знает, пока лично не окажется перед родным лицом, искаженным болью и унижением. Может, это и самосуд, но должен же быть кто-то, кто их остановит. Доброе утро, милый. Я тебя таким никогда не видела раньше. Прости, малыш. Голова забита всякими мыслями. Ты знаешь, мы с тобой уже так давно встречаемся, а мне порой кажется, что мы совсем друг друга не знаем. Давным-давно я жил совсем по-другому. И принимал решение, чтобы выжить. Прошлое вернулось. Все это осталось в прошлом. По крайней мере, я так думал до недавнего времени. Тебе что-то угрожает? Оно не угрожает. Оно требует расплаты. Слишком много поставлено на кон. Знаешь, в любом прошлом есть темные пятна. И мое не исключение. Жизнь бьет нас часто, и не всегда можно устоять на ногах. Но самое главное – это иметь силы внутри себя встать и двигаться вперед. Геночка, я рядом. Я тебя всегда поддержу. Давай, ради нас, ради будущего. Спасибо, любимая. Теперь я точно знаю, что я должен сделать. Thank you.
Чтобы победить своего противника, надо узнать о нем как можно больше. Кто такой? Где живет? Чем дышит? Чем больше информации, тем больше шансов оказаться на шаг впереди и получить возможность нанести удар тогда, когда он к этому не готов. Говорят, что месть – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. У меня нет времени ждать, но достаточно возможностей, чтобы все подать в лучшем виде. Молчи, падла! Ствол при нем был. Ну что, поговорим? Мне с тобой не о чем говорить. Верно. Я так и так знаю. Кто ты? Партнеры твои кто? Город-то не маленький, а слухи быстро расходятся. А ты слухам не верь. Хамид Рашид-Бабай, пойми, ваше время уже вышло. Сейчас так деньги не заработаешь. Ты пришел жизни меня учить?
Я достаточно прожил, чтобы не слушать тебя сейчас. Послушай, Борис, сейчас все наш жизнь вкалывают, и даже я. Из-за этого меня уважают. Давай покончим с этим, а то я умру от скуки. Сейчас все держится на уважении, Бор. А нас так воспитывали. Прощай. Ну чё, как поступим? Уважайте старого. Сделайте чисто, быстро, чтобы он не мучился. Давайте. Куда-то торопитесь? Да уже никуда. А что с рукой? Да так, одному клиенту не понравился наш сервис. Похоже, ваш бизнес не удался. Ну что, Джейсон, давайте поговорим на улице. Ну давайте поговорим. Получается как, решил взять кратковременный отпуск. О чем вы думали, когда вы устраивали здесь 90-х? Ладно, ладно. Что вам от меня надо? Вы наверняка понимаете, зачем я пришел. Хорошо, хорошо. Я, конечно, сожалею, что произошло с вашей сестрой. И предлагаю сделку. Я вам отдаю эту папку.
ней все, что у меня есть. И исполнителя. Вы забираете папочку и исчезаете навсегда. Ваш исполнитель уже за все уплатил сполна, за то, что он сделал с моей сестрой. Так, теперь мне понятно, почему он не отвечает на мои телефонные звонки. А что с папочкой? Все, что вам нужно, находится здесь. Папочку на край отодвиньте. Время – самый лучший судья. Счастливого плавания! Настоящее время. Да, Леночка, я скоро буду. Еще немного. Я проверил карточку, которую тебе дал. Там достаточно денег. Погуляй, походи по магазинам, купи себе что-нибудь. Отвлекись. Я скоро буду. Я вас слушаю. Вы кому? Пройдемте, я сейчас объясню вам. Да, вот, давай. Ну как, герой? Какие-то новости от полиции есть? Кстати, да. Они нашли детали взрывчатки, отпечатки. Говорят, что тебе повезло. Сейчас тебя будем лечить. Вот. Оказывается, у тебя был бензопак пуст. А то твой танк не выдержал бы. Вот. Ну как ты? Я нормально. А что полиция думает? Нашли кого-нибудь? Да. Бывший охранник Джейсон. У них есть вести, что он поссорился со своим шефом. Вот. В его машине нашли кровь. Пули в сиденье. На дорогу. В нее стреляли. Через лобовое стекло. Работал какой-то профи. Понимаешь? А там... Потом... Завал своего босса и сейчас скрывается. Вот только они поймают связь. За что тебя? Знаешь, когда я заходил сюда, там написано было «No smoking». Не курить, да? Но не пить там не написано. Поэтому я извиняюсь, что ты не меняешься. За твое здоровье, дорогой. Спасибо. Ты рубашку родился, кстати. Между нами стрелял в него я. За что? Он надругался над Алиной. Ах, только ты сейчас говоришь насчет Алины?
почему эти уроды до сих пор живы? Я считал, что он мертв. Теперь ими займусь я. А теперь ждет пластическая операция, по-моему. Ты нашел доктора? Да, Алина уже нашла доктора. Завтра мы улетаем. Давай я тебе дам одну из моих парней на всякий случай. Да нет, ты знаешь, я нормально, я сам как. Геннадий, вы готовы к выписке? Мне надо, чтобы вы мне подписали некоторые документы. Спасибо. Это, пожалуйста, заберите, этого здесь быть не должно. Сейчас они придут, снимут капельницу. Ну что, Джигит, тогда выпьем за наше здоровье. Вот. Шапа, давай выпьем за то, что мы живы. Давай, дорогой. Новости. Новости. Новости вне политики. На Бруклин FM. Здравствуйте, в студии Георгий Павлов. Сегодня ранним утром в бруклинском районе Сигейт около дома хозяина одного из элитных ресторанов Геннадия Штерна произошел взрыв. Злоумышленники взорвали автомобиль, когда Геннадий находился внутри транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. Машина была забронирована. Кто хотел свести счеты с Геннадием, его конкуренты или криминальные группировки из наших бывших соотечественников, на этот вопрос у полиции пока что нет ответа. Мы будем следить за ходом этой истории. Мне нужен пациент Штерн. А, я сейчас проверю, в какой комнате. А, его выписали. Куда выписали? Можно проверить? Да-да, я сейчас посмотрю. Да,
Вот, пожалуйста, он выписался. Девушка, такого адреса не существует. Это все, что есть в базе данных. К сожалению, другой информации у меня нет. Пригласите врача, который выписывал. Я сейчас его позову. Доктор, вас спрашивают, дадите, пожалуйста, на ресепшн. Это из полиции. Он сейчас будет. Ира, кто меня спрашивал? Добрый день. Чем могу помочь? Могу ли я получить информацию о пациенте Штерне? Штерн? Да, вы знаете, его выписали сегодня утром. Это вся информация, которая есть у вас? Да, к сожалению, это все, что есть в системе. Да, но такого адреса не существует. К сожалению, чем помочь не могу. Извините, меня ждут пациенты. Всего хорошего.